Ай, доберемся, не доберемся, добрались. Фу, это хорошо. Буст! О, ты-то кто Ё-моё, такой? Ё-моё, это еще что за черт? Покемон? Да, я забыл сказать, что бывают монстры на картах. Миш, мы... погибли. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия Мишка. Всем привет! Сегодня будет интересная игрушка под названием... Galactic Mining Corp. Да, в общем, мы будем управлять корпорацией, которая добывает различные ресурсы с помощью огромной дрели. Как видите, вот она у нас присутствует. Пойдем потихоньку по механикам. Здесь все на английском языке, более-менее что-то вроде понял. Да, мы как видите, отправились на исследование. Да. Добываем ресурсы, может быть, что-нибудь интересное найдем. Вот банку, например, да. Или яблоко. И, короче, благодаря этому мы что делаем? Прокачиваем свою базу. Да, а с помощью, наверное, прокачки базы мы прокачиваем свою дрель. Да, это правда, на самом деле. У меня, кстати, также еще ускорение есть у дрели. Что интересно, я так понимаю, нужно добраться до ядра еще планеты. Это особый ресурс. У нашей, как видите, как у штуковины дрели есть, или дрели, правильно сказать, жизни. Вот. Зашли. Также у нас еще есть специалисты, которые дают различные бафы на нашу аппаратину вот эту. Ну, короче, нюансов здесь много, разбираться есть в чем. Есть также бафы на уровне, которые дают освещение, либо, как видите, усиление по жизням, или по добыче монет и так далее, там подобное. Вниз, наверное. Да, я пытаюсь вниз пробраться. Вот в этих ящиках, как видите, какие-то валяются в основном предметы. За счет каких больше всего жизни тратится? О, вот это хорошая тратится. Штука. Нет, мы еще же... Вон, кстати, ядро. О, добрались. Да, добрались. Не знаю, разобьем мы его или нет. Ну, попробуем. Каждый раз, когда мы его разбиваем, становится, я так понимаю, то ли сложнее. В общем, новый уровень. Ага. Все, мы полностью здесь. С первого раза! Ну, я тут уже немножко поиграл, так что... Да, мы получили ядро. Так, ну, можно вернуться видно, на базу, да. Сейчас мы по ней чуть-чуть. Мы, конечно, на базу пойдем. У нас что-то, кстати, новое открылось. Прикольно, стильненько так все выглядит. Да-да-да-да-да. В общем, у нас есть уборщик комната и есть специалист, который, как видите, дает определенные плюсовые характеристики. Угу. Также есть, хранилище. У нас тут девчонки сидят. Вот, тоже. Я так понимаю, нюансы. Вот эти показатели, там, огонь, лед, вот это все, это, возможно, как сопротивление к чему-то. Может быть, может быть. Игра на английском, как мы любим. Можем прокачать, получить какой-то апгрейд. Вот, да. Мы его сделали. Появился коллекшн. Я так понимаю, это ресурсы. Грязь? Да, тут видно, что есть грязь, глина, вот, и все это остальное. В общем, отправимся. Да, у нас еще офис есть. Это вся характеристика. Все, какое стата у вашей дрели. И чего вы выполнили, да? То есть даже тут еще, я смотрю, луна есть. Интересно. Ладно, предлагаю вернуться в нашу в наш квадрант, как тут написано. И можно открыть новую местность. Вдруг какая-то а новая вот планета знаки, да, вопросы. Да, то есть ты, опа, покупаешь и смотришь. О, вон, видишь, что-то звездочка да, там говорит. Да, давайте давай туда сюда. Отправим. Опа, мы получили какую-то фиговину. Открыть, открываем сундук. Какую-то штуковину мы получили. Уж не знаю, что это такое. И вот... Так, еще какая-то штука. Все, и новое исследование. О, вот оно. Поехали, посмотрим. Это новая планета. Да, да. Ну, какой-то видно, новый участок. Видно, что она первого уровня как-то. Упью. Но она... Может, она вот сюда? Вот как раз у нас защита, как ты, Юль, говорила. Да-да-да, от кислоты. Вот здесь как раз кислотная среда. И нам, может быть, не особо будет комфортно. Знаешь, что? Вот эти жизни-то мы сейчас восстановили. Может быть, надо ну, было... Уж. Что? Немножечко, ну, попозже за ними отправиться. Там, видишь, по-моему, 20% жизни восстанавливают себе. То есть, может быть, таким образом еще... Ну, ладно, я особо, знаешь, если честно, не парюсь. Пока что начало игры, я не думаю, что какие-то тут проблемы. Все? Да, до свидания, я развалился. Ну, ладно, это можно сразу отправиться. Кубики. Ну, давайте еще раз подрелим. Управление здесь, в принципе, простое. Все отлично в этом плане. Такс. Ну, в этих ящиках пока только монеты. Вот это вот что за уголь или что? Какие-то вот прям более темные породы. Ну, какие-то скиллы еще появляются новые. Короче, много тут на самом деле всяких. Я хотела сказать, игрушка прям расслабляющая такая. Музло здесь, надо отметить, конечно. Понятно. Вон, кстати, почти до чего-то интересно добрать. А вот интересно, меняется ли расположение? Давайте попробуем вот сюда да, газануть. Давай. Вот это о, надо разбить. Супер. Нам полегче будет. Конечно. Вот и прям давай камни. Вниз.
все, устремиться ровно вниз. Ну да, проверить, хорошо. Мало ли что. Так, вон оно теперь где. Так, ну голда. Это ядро или они? Какие-то штуковины интересные. Запас, я не знаю. А, доберемся, не доберемся, добрались. Фу, это хорошо. Буст! О, о, ты-то кто такой? Ё-моё, это еще что за черт? Покемон? Да, я забыл сказать, что бывают монстры на картах. Миш, мы... Погибли. Погибли. Ну, точнее, как а сказать. А что будет? Он нас просто сожрет. Да, да, то есть мы провалим сразу. Давай прокачаемся. Ну, вернемся, ты имеешь в виду на базу, да? Да, вдруг конечно. Что-то мы можем сделать. А, комнаты какие-нибудь новые. Вообще не понимаю, как открыть новую комнату, но можно еще какой-нибудь апгрейд купить. Может, они со временем, Миша, откроют. Да, тратится очень большое количество денег на все это. Так, специалистов у нас новых не появилось. Может, стой, смотри, а там еще было как будто... Нет. А, нет, нет, нет. Что? Ничего. То есть мы можем перераспределить, но, в принципе, не знаю, если... Вон у нас, видите, потихоньку опыт корпорации растет. Угу. Возможно, Миш, когда мы будем какого-то более Всё, высокого уровня, ничего. У нас откроется хорошо. Еще. Было ну, бы получается, логично. Нужно больше исследовать, больше дрелить, как бы это ни звучало. Ну, так, да. Ну давайте вот в эту планету... Ну я тогда прикол еще открою вокруг нее. Опа! Ого! Ну ладно, я вернусь пока в кислотную. Давай к червю. Червю, да. Его пока потревожим. Ну, слушайте, на самом деле, ну, игрушек таких вроде как немало с дрелью, но вот так, чтобы обстоятельно подойти в плане большого количества механик, я еще не видел. Обычно ты просто дрелишь, как это, прокачиваешь, опять опускаешься, и твоя задача как можно ниже спуститься. Че, нифига себе, она Миш, у меня... Ой, Миш, вот здесь, короче, нам, походу, нельзя сюда, вот на эти шарики. Да, я уже понял. Ну, ладно, еще разок как попробуем. Как раз их, скорее всего, надо избегать. Так, вот золото, это хорошо. Слушай, мне прикалывает, что вот эти улучшения... Они, как роглайт получается какой-то, они навсегда, эти множители, остаются. То есть золото с каждым разом действительно будет больше и больше даваться. А, вон, нам еще зелененькие, видите, пополняют, так скажем, определенную шкалу. Блин. Да, но жизни не восполняет. Ну отличная ладно, работа. Я солгал еще разок, что-то мне хочется еще здесь. Надо было чуть пролететь налево, вон там я видел, был сундук. Так, пузырики хочется добить. Миш, блин, это обходим. Все. Вот, все, открыто. Точнее, выполнено. Все, супер, что-то выполнили. Так, вот. Давай вот сюда. Ядро, чего? Отправимся. Оно, хватит, это просто... Миш, жизни. Да-да-да, 20%. Но от этого числа 20% нормально. Мало. Ядро тут. Но мы до него не доберемся, я так понимаю. Блин, это пузырь опять. Шар дурацкий. Я даже не вижу. Ладно, попробуем. А у нас просто жизни, скорее всего, Миш, вернуться. Кончились. Мне, конечно, еще крайне интересно, как его... Так, у нас мы еще... Мы больше прокачать их не можем, у нас Миш. Денег вообще... Вот, мы можем еще... Перца. А, их еще можем прокачивать. Лапнуть, давай. Тысяча всего. Все, ХП дрели увеличилось. Здесь так, у нас нельзя. Еще вот инженер есть. Может, надо кого-нибудь нанять. Ага. Слушай, а я как-то, интересно, выбираю ли какую-то определенную комнату? Кем я отправляюсь? Наверное, нет. Почему? Или у них всех равномерная прокачка идет? Сейчас проверю. Так, где это мне можно посмотреть? А где моя команда? Так. Ну, тут у нее понятно. Да, слушайте, у всех равномерно прокачка идет. Окей, окей. Так, ну что, остается только идти снова. Дальше на исследование. Это же планета. Ну, давай посмотрим новую, почему бы нет. Ну, ладно, ладно. Мун. Это как бы луна. Но только, естественно, какая-то своеобразная. Так, давай... Ну ладно. Я сразу же в мясо пошел. В следующий раз я буду. А, хочешь тоже попробовать, конечно. Подрелить? Ну, конечно. Здесь управление, на самом деле, чисто с мышки. Бабахаешь все. Надо зажимать так. Как-то? Ну, смотри, ты можешь нажать на квадрат, либо на направление, и он до туда допилит, докуда ты... Куда ты нажал? Вот. Окей. Правая кнопка во время вот этого дреления, ты ускоряешься. Ага. Блин, ну, музло здесь прям вообще... Ну, мне бы и без ускорения. Гран-туризм вспоминается. О, свет. Можем понять, куда нам отправиться. Вот давайте ящик попытаемся выйти. Жизни у нас крайне мало, конечно. Скорее это всего, это прям... Далеко не уедем. Вот эти очень камни тяжело даются. Ну, давай, Юль, попробуй. Так. Ой, так, здесь все просто. Левая клавиша мыши отправится. Ну и правую скорую. О, так. У тебя сразу же... Да, либо зажать можешь. О, супер. Да, неплохо собрала. Ну, то, короче, здесь много, да, нужно вот именно опускаться и уничтожать. Так. Хочу сюда. Не знаю, почему. Ну, видишь, здесь еще справа показывается, как глубоко вы опускаетесь. Пицца и... европейская. Опа, тихо, 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 тормози. Сожрал.
там были жизни. Слушай, а могу давай, я конечно, еще раз? Конечно, конечно. Давай какой-то. Добивай, как его, прокачку. Так, ну примерно можешь знать где. Ну тебе ничего не дало. Вообще. Спасибо, значит, ныряем. Прямиком. Может, что попадется. Вот эти очень тяжело даются, очень много. Но отнимают. За них и что-то там, и короче, крутую монеты. Во-во-во, вот зелененькую вот эту. О, вот, кстати, ящики, они вообще ничего не отнимают. Ну, вот эти вот. То есть ты их просто открываешь, можно сказать. Блин, одного не хватило. О, все, отлично. Все в порядке? Да, все хорошо. Но мы даже до половины не доходим с тобой. Ай, вон видно было там взрыв. Давай, еще разок. Жесть. Ты третий, да, у тебя да. полет? Давай, давай. Вот три полета, и можно будет возвращаться на базу, посмотреть, что там. Тут видишь иногда... О, стой, а это что? Тихо. Аккуратно. Я не знаю, может, надо туда пройти. Нет, он, видишь, просто будет бить, как ловушка, бить. Типа. Ну, да, некий червь, только босс... Вот, точнее, супер. Монстр, но немного другой. Тихо, а что за яма? Черная дыра, нет. А в нее зайти нельзя, получается? Я правая не знаю. Кнопка. Ну, не знаю, что это такое. Спортбар можно построить, он сказал. Ой, возможно. Окей. Я, конечно, может, ошибаюсь, и не так, что ты его понял. Но мне кажется, понятно. Все. Все, отличная работа. Так, в следующем раунде, может, получишься, проявишь. Давай посмотрим, может, у нас действительно комната новая открыта. Так, у нас вот изучения появились, да, все, какие-то? О, давайте. Ух, тут следующая как комната для механика. Открытия. А, да, смотри. Вот она, комната отдыха. Так, как тут... Ага, вот. То есть нужно определенных резв, я так понимаю, набрать. Набрать, скорее всего, вот, например, да. Это можем еще открыть. Но нам нужно видеть теперь аж 5 таких штук. Короче, пипец, тут надо еще прикольно. Вот эту всю мессанину набирать. То есть, как ее... Нам сюда, реструм. Как мне ее наляпать? Может, чтобы... купить апгрейд? Так, в общем, тыкались-мыкались. Видимо, все просто. Надо подождать, пока прокачается наша корпорация. Да, и возможно... Места нету. Да, слот ставить новый некуда. Откроется. Так, вакантное местечко. У нас мужчина прокачался, что хорошо. То есть у них так. Потихоньку идет ну, опыт. Ну, в общем, как знаешь, вот порой в кликерах. Жми, короче, все, что можешь, все, что а там вот апгрейдится. Интересно. Тоже можно какие-то определенные... Вон оно дает. Все, получили, походу, то, что мы хотели. То есть нужно... Надо на нее нажать. Да. Ого, о-о-о. У нас какой-то мужчина красавец открылся. Прикольно. Так, что у нас снова? Гараж. Ого, то есть мы можем теперь нашу эту... Дрель как-то да, непосредственно дрель. То есть мы можем либо... устанавливать на нее, может ХП, мощность. Что лучше? ХП, ускорение. Пока. ХП я именно, считаю, да? Да. А еще можно посадить кого-нибудь сюда, за руль. Так. Ну вот пилот какой-то, пусть будет. Ну давай тогда, ты предлагаешь хипчики, ХП. Да. Все, хипчики готовы. Больше мы, наверное, ничего не можем, да? Все, вот эти нужны какие-то кристаллы, которые, да, наверное, да, как да. раз мы и находили. Так, так, ладно. Единственное, что, так и не поняли, значит, мы в плане комнаты. Либо их как-то менять, или что. Ну, может, оно а позже. А если нажать апгрейд? Ну, вот это ты хочешь, комнату все-таки. Ну да, про апгрейд. Но я не знаю. Оно просто апгрейднулось и все. Ладно, пофигу. Ладно. Что вышло, то вышло. Крутая. Да, предлагаю. Сейчас я полетаю. Давай. Можно, конечно, здесь еще посмотреть, как далеко мы теперь на этой планете. Дай-ка я быстренько посмотрю до ядра. Доеду. Улучшилось ли? О, ну слушай, ощутимо. Да, и жизни. А, у нас... здесь, по-моему, все исследовали, видишь? Да, то есть мы здесь прям до ядра дошли. Сейчас я тогда просто. Вон, давай. Ой, стой, доеду. Ой. Сейчас я бомбану. О, неплохо. Вот это что-то интересное, бонус какой-то. Ага, куча ресы. Всякого. Слушай, прикинь, не доед до центра. Как мы доезжали-то? Вон свет, давай. О, монетка. Вот эти, может. Ну, они а я не знаю, за счет жизни, возможно, мы тогда доехали. Ну, находили, то есть да, какие-то... Да, 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 которые восстанавливали. Крит еще, прикиньте, есть. Блин. Так, ну вот неплохо. Так вот. Ага, предметы. Еще ничего не значит. Так, ладно, на карту пойдем тогда, в принципе. Может, что-нибудь... Мне нравится вот эта система с открытием территушки. О, ангар. Здравствуйте.
Опять ангар. Же, наверное, можно либо что-то купить, либо улучшить. А я ничего не вижу, чтобы тут что-то было. Ну, тут, возможно, видимо... у нас просто не хватает каких-то ресов. Ладно. До свидания. Блин, как дорого стоит. Ого, мы еще кое-что нашли. Так, да, Миш. Так, ладно. Мне кажется, надо вернуться и добыть чего-нибудь. У нас совершенно а мало. А то все монетки почти потратили. Ну, давай слушай... вот сюда сразу. Хорошо. И вот эти штуки надо просто обходить, мне кажется. Какие? Ну, вот которые я сейчас... А, да. Фиолетовые, да. Ну, слушай, с них может рез тоже падать как-то. Вот, а, тут этот... Так, объезжаю. Ну, это, да, не нужно. Вот это хорошая штука, сейчас объеду. Хотя бы чуть-чуть сохраним. Это опять черная дыра. Такое чувство, что... Хотя, что здесь спаунится в этих дырах? Так, так, конечно, жестко. Ну, дальше. Вот, давай... Ай-яй-яй, надо было чуть-чуть, да, знаешь, да, на, да, уголок. Да, давай, так, я теперь. Давай, давай, давай. А потом, давай два раза ты слетаешь, а потом посмотрим, что на базе может, может. Так. О, кстати, мы ни разу в какой-нибудь край не ударялись. Ну, значит, вот сюда пойдем. Не решается углубиться. Все, пошло дело. О-о-о, это очень... Оба бери. Вот этот у нас очень... А что? Добивай. Ну, здесь, конечно... Полный добивок, как будто обнулилась полностью. Да, зато видал, сколько монеток. Ты не показывай, когда зажимаешь. Ты видишь, ты как его атакуешь. Тихо. Юля каким-то образом по диагонали проехала. Так да, тут можно. Я просто не ожидал, что таким можно воспользоваться. Так, хорошо, вижу. Ну, по-моему, есть... логично. Вот сюда. Так. Ну, неплохо. Так, ну половинку молодец. Дайте тихо. Мне еще жизни, вот он, пожалуйста. Пипец, как... Ой. Успел. Ладно. Ой, надолго. Там что-то было снизу, Миш. Давай еще разочек. И на базу. Все, ща. Ща мастер покажет. Это что такое? Дырка, мне кажется, просто пролететь сюда можно. А, блин. То есть тут как бы вход. Тут реально каждый раз новая карта. Что-то блестит, как будто тут левее. Вот сюда? А, мне показалось странно, что-то реально блестело. Так, так, ну хотя бы предметы есть. Ох, тихо тормози. Вот он, кстати, помогает неплохо отчасти. Но сейчас развернется, наверное, аккуратнее. Блин. Так, вот так, ну черная интересно. Дыра, ладно, окей. Она, она нам помогла, да, 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 да. Избежать, как-то сказать, дреления. Шкафчик. Слушай, нам надо, наверное, новую планету искать для изучения. Скорее всего, да. То есть мы фармим сейчас деньги и от... Слушай, а что вроде странно? Ты тут сбился, конечно. Ой, всё. Ну там еще долго было, конечно. Так, да, мы до ядра так не добрались, если честно. Давай прокачиваться. Мне такое ощущение, а может можно как-то заменить, типа вот на нее, ну, нажать? Ну нет, 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 тут уже никак. Мы можем сменить, конечно, скорее всего, команду. Надо просто до какого-то уровня, может быть, прокачать. Ну, возможно, да. Тут у нас, кстати, нашу вот корпорацию. Еще. Вон, видишь, потихоньку. Вон мы получаем эти, да, токены, да, да, вот эти. И мы сейчас можем прокачать, на самом деле, в гараже наш аппарат. Чё, будем? Пауэр, в принципе, можно прокачать. Да, и жизни, опять же. Ага, ну все. Все, в ноль. Ядра еще вот куда-то нужны будут. То есть, Миш, у нас сейчас... Покрепче тачи стало. Больше мы ничего не можем прокачать. Ресерч, вот, кстати. Угу. Вот у нас один ресерч. Все. Вторая страница. Пустая. Тут, видать, ресурсов, вы просто представьте, сколько их. Это жесть, да, какая-то. Да тут так, видно, сколько комнат 500, вообще, блин, различных. Единственное, что вот мы сейчас потеряли, такое? Огромное количество денег. На эти... Ну, как бы, чтобы открыть что-то тут. Слушай, ну, я тестирую. Почему обычно. Вот это? А потому что. Ну, на денежки. То это интереснее было. Ща. Вот ты, кстати, так прошел, вон там зеленая. Короче, штучка. Погоди, давай потихоньку. Сейчас мы... Блин, я все топливо потратил. Так. Во, вижу, давай, бонус. Давай, давай. Это все нам нужно. Все, больше я не могу ускоряться. Я не ускоряюсь. А зря. Так, вот доски. Все эти ресурсы нужны для прокачки. Так, все, ну, потихоньку. Ну, половина иду. Жизни где-то у нас. Надо немножко... Вот эти вот... Как будто песочные очень... сильные, вот эти светлые, так, о, вот это хорошая штука. Супер. Жалко, конечно, у нас уже мало все равно. Но мы, кстати,
Вот сейчас бы как-то... И вот на уголочек ну, надо я было. Вот так сейчас. Как близко к ядру. А, все, у ядра, все отлично. Ура. Может, нам больше ресов дадут. Смотри, 4 тысячи, ну слушай, я неплохо ну, нафармил да. денег. Ого, ого, ого. Ядро надо шатать. Я тебе могу сказать. Все, еще один фрагмент ядра. Слушай, может, оно развалится когда-нибудь, эта планета уже? Мы ее сколько колбасим? 4. А, надо теперь это. Можно, конечно, закончить, но. Все, мы взорвались. Мы и так закончили. Может, разрываюсь, конечно. Так, на мапу посмотрим, что там. Макс, видишь, все. То есть. Сюда уже нет смысла. Ой, а че я не катаюсь? Все, извините. Надо найти. Что-то будем открывать или куда-нибудь нападем? Давай вот сюда нападем. Так, ну давай ты. Так, чтобы окей. все могли поездить. Ой, ну, в принципе, жизни-то сейчас тут не нужны. Сейчас я за ними вернусь. Логично. Ты же выпилишь путь, правильно? И можно будет вернуться. Но знаешь, я тебе скажу, когда примерно. Вот это очень хорошо. Очень хорошо. Так, когда? Еще не возвращаемся? Давай. У тебя вот как раз правую кнопку чуть-чуть ускорить сможешь. Тихо. Во. Во. Нормально. Ой, тихо. И видал? У тебя, по сути, почти полный хп. Недурственно. Черные дыры опять. Вон там какой-то чемодан. И тут, конечно, эти вот очень жесткие. Но так как у нас мощность так, побольше. Ладно. О, ну тебе прям фартово. Так, туда не идем. Юль, вот справа штучку. Два вниз и направо, да, есть. Так. Отлично. Ну, это монетки. Тут фарм. Да блин, не хотел я на него, ну ладно. Маскалка. И все. Ну хотя бы успела еще. Так, что дальше? Ну, давай еще разок, и мы посмотрим вокруг, что у нас происходит. Тут даже два места, куда можно. О, предметы. Вот можно с ними потом что-нибудь поковыряться. Так, вот эту штуку аккуратнее смещайся. Обходим, конечно. Спанч Боб еще тут. Вот, кстати, опа. Это что-то интересное. Сейчас проверим. Элементы какие-то. Жизни бы дали. Блин, мне. Ну ты, конечно, молодец. По два... Отъезжай. Ну, неплохо. Сорян. Неплохо. Ты уже два касика нафармила. В принципе. Да, вот, кстати, слушай, такое там чувство, что мало выпадает. Так, ты даже до ядра не добрались, жесть какая-то. Блин, зря на карту. Я могу как-то... Так, тут еще мини-карты есть. Вот, на базу. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь происходит вообще. Ага, какой-то новый. Ё-моё, здесь ой. Столько всего. Вот он, наконец-то, сайз, размер. О, ура. Так, а на что он покупается-то? Может, надо... Дрил КП надо... А, вот ядра для чего нужны. Ясно. Вот для чего. Ну, наконец-то, поздравляю с расширением нашей базы. Ура! Все, Миш, больше ничего не можем сделать. Но! О, целых два места комната появилось. Теперь есть. Где вы хотите отдых? Ну, давай отдых. Вот здесь будет отдых. На красивом месте. Угу. А у нас больше и нету. Конструкт. Все, вот он. И назначаем. Вот это все тема. Так, мы можем назначить. Наконец-то это. Пошло, да? Да, все. Я просто, знаешь, думала, вдруг мы что-то, ну, неправильно там не, поняли. Не, все теперь поняли что-то. Правильно. В гараже мы ничего не можем сделать. Все постепенно, не нужно торопиться. Это правда. Сейчас я буквально хочу посмотреть, что вокруг нас творится. Давай. Вокруг области. Давай вот сюда. Чем продолжим. Дальше от центра, это что такое? Тупик. Ясно. Как будто dead side. О! Сейчас я посмотрю. Или мертвая сторона. Я не знаю, что это обозначает. Может, так, что нас ждет на этой планетке? Тоже кислотная среда. Какие-то светящиеся палочки. Я угораю, что здесь скалки. Какие-то нитки. О, Миш. Опа, мозги. Нам туда. О. Блин, тяжело прет. Вон сердечки. Да он стреляет. Ай. И все, и меня травит. Все, все, сейчас я прям. Слушай, все, а можно? Миш. В атаку. Блин, а его бестолку атаковать. Да, вон сундук хотя бы. Да он его разрушил, все. Ну ё-моё. Да, Миш, ГГ реально.
Ай, на, попробуй. Давай. Тоже, может, у тебя результат будет получше. Так, Юля, куда ты отправишься? Дрели отсюда. О, слушай, а что не берешь? Можно. Блин, ну нафига я это сделала? Он слева что-то интересное. С одной стороны. А, нет. Побыстрее даже оттуда, я бы сказал. И тут что-то. Слушай, ну чем дальше, тем хуже, если честно. Они с первого раза. Юль, это... Тебе, я не знаю, каким образом просто повезло. Ну вот что толку от этого света? Да будет. Что-то как-то мне вообще не подфартило, я ничего не нашла. Ну, короче, я предлагаю на этом уже остановиться. Я надеюсь, вы поддержите игру лайкосом. Да, я хочу развить нашу базу. И дрель. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.